В ноябре состоялось открытие еще одной школы International House Ставрополь, которая является представителем крупнейшей сети языковых школ в мире. Обучение в International House – это возможность погрузиться в языковую среду, приобрести знания и бесценный опыт знакомства с другой культурой, взглянуть на мир глазами иностранца вместе с преподавателями из Англии, Австралии, Канады, Италии, Испании и Японии. За 14 лет работы школы мы обучили английскому, японскому, итальянскому, испанскому и другим языкам более 8 тысяч студентов и получили статус авторизованного центра по приему кембриджских экзаменов. Год от года растет число тех, кто хочет стать обладателем международного сертификата. И в прошлом году более 400 человек сдали кембриджские экзамены. Поэтому и возникла идея открытия новой школы, где все соответствует строгим правилам Кембриджа по проведению экзаменов. Школа уже приняла своих первых студентов, которые готовятся к сдаче экзаменов и обучаются по основным авторским программам изучения иностранных языков. Все преподаватели International House высококвалифицированы и имеют международные сертификаты CELTA. Студентам особенно нравится живой разговорный английский с носителем языка, который живет среди людей и который не встретишь в учебниках. Вы знаете, я рад, что я попал в школу International House именно вот на эти занятия. Занятия по именно интенсиву разговорному английскому под названием Skill Classes Speak and Speak. Очень здесь круто, очень все свободно. Люди такие хорошо знают английский язык. В нашей группе, например, мы вот за 2-3 занятия так раскрепостились и практически уже, ну можно сказать, что мы уже намного свободнее, чем раньше говорили на английском, говорим сейчас. Очень круто. Просто взрыв головы, вот так вот здесь. Для меня очень важным моментом было общение именно с носителем языка. И, опять же, важным было попасть в такую ситуацию, где я не смогу перейти в какой-то момент на русский. То есть это попадание в аутентичную языковую среду. Вот. В общем-то, здесь я получила эту возможность, причем я могу общаться с носителем языка из Австралии, с носителем языка из Англии, и ну, если захочу учить итальянский, то из Италии, из Японии. И наличие такого большого количества носителей языка – это большой плюс, несомненно, для языковой школы. Нет сомнения, что английский язык сегодня является самым распространенным языком в мире. Его знание уже не является преимуществом или просто ценным качеством. Это стало необходимостью. Единственное препятствие на пути его изучения – уровень владения языком. Как получить независимую оценку своих знаний? Об этом расскажет преподаватель International House. Лучший способ получить объективную оценку своего уровня английского языка – это, конечно, сдать кембриджский экзамен и получить бессрочный международный сертификат. Что такое кембриджский сертификат? Что он дает? Он дает преимущество при поступлении в престижные российские, европейские, американские университеты при трудоустройстве в международные компании. Кроме того, подготовка к кембриджскому экзамену включает в себя работу над всеми аспектами языка. И наши студенты, для которых кембриджские экзамены – это обычная реальность, очень легко и успешно сдают потом ЕГЭ. Двери International House открыты для всех, кто хочет учить иностранные языки легко и интересно. Улица Ленина, 458, телефон 37 33 37. Анастасия Петренко, Александр Лукьяшко, АТВС Ставрополь.